Так, халло, пацаны, я сейчас на сайте csgohappy.com. Здесь есть поддержка, то есть если какие-то у вас проблемы с получением вашего куша в рулетке, то, безусловно, пишите в поддержку, магазин. Но это совсем другая история. История игр, топ, просто топ. Топ игроков, правила о нас и играть. Играть, безусловно, только в рулетку. CSGO Happy, ссылка будет в описании, заходи. Тан-та-да-дан-тан-тан-та-да-тан, топ геймер in the world. Наконец-таки уезжает он. Вот моя уборочка. Как бы я все сложил в одно место для консьержки, которая придет убираться, чтобы ей было легко. Вот, так как я мусорные пакеты здесь не вижу, я бы, в принципе, сам мог бы вынести все-все-все. То есть все бутылки пивные, они пустые, все, собственно, пустое, чистое. Я даже оставил ей, как барабашке, еду. Ну, мало ли там захочет он. Мармеладки, конфеты, которые... Так, это у нас... Типа Марса, типа Сникерса. Ну вот, в общем-то, это у них такое есть свое. Одна сигаретка ей на утро. Ну и рюмочка водки. И, кстати, наверное, рюмочку водки стоит как бы поднакатить перед выходом. Ну а чем закусывать? Закусывать-то нечем. Водка есть, а закуски нет. Мармеладом. О, нужно что-нибудь такое, что пахнет. Вот Ritter Spore, например. Ну-ка. Ужасный запах. Я даже вот этот Ritter Spore с марзепаном никогда не берите. Никогда. Если вы хотите обливаться и разочароваться в Ritter Spore, то милости прошу, берите его, сколько влезет. Вот, а мне он очень не понравился, потому что шоколад горький. Кстати, что касаемо времени, сейчас у нас на часах... Блять, где телефон-то? 10:35. Того в 10:35 мы... Тимур еще через где-то минут 40-50 подъедет провожать меня. А здесь написано, что Breakings Monday... Сутерный Сандэй, это что? Он регвист. Вот, вот, чек-ин, чек-аут. Я как полагаю, это въезд и выезд. 10 сат-сун. Что такое сат-сун? 2 пм, если 2 часа. Латы просрочить. Выезд. 2 пм, 2 часа, 7 евро. Комната. Я что, получается, просрочил уже? Ну, не так... Не на 7 евро уж точно. Ну, короче, я сейчас съебываю отсюда. Вот. Далее будут... А, мне надо зайти похавать еще плотненько, потому что 4 часа в дороге, 4,5. Не каждый человек на голодный желудок сможет. А я тем более сейчас еще и выпить водки должен. А... Блять. Дышать тут нечем. Тут такая духота. А, кстати. Кстати. Давайте-ка регуляторы все на ноль сбавим. Так. И на этом самом в ванной комнате, где они там? Я не знаю, может быть, пасту с собой взять, не с собой. В принципе, нахуй эту пасту. Так, здесь все чисто. А, смыть за собой, а то я погадил. Я просто сюрприз обычно всем делаю незнакомым. Милости прошу, в туалет свой. Идите, да. Как вам? Нормальное мое чудо постаралось? Чудо из меня, точнее, вышло. Ладно. Выпьем, пацаны. Так, пацаны, жду я Тимура.
который меня проведет в отель, ой, в отель, ну, к отелю, где будет стоять мужик с Блаблакара. Вот, на Kia он вроде как, Kia, желтые номера, нидерландовские. Я только что похавал, к сожалению, я не фрапсил это, ну и водку я там тоже не пил, потому что она для меня не имеет значения, а не заснял я это, потому что, ну блин, там как бы итальянцы, я то есть в итальянский такой ресторан, типа не ресторан, не ресторан, забегаловка, не забегаловка, вот тут футболисты местные, по-моему. Это, по-моему, о чем мухи подался в футбол. Похожего чувака я видел, который мне товар пробивал в Пенни или в Пеппи. Вот. Жду Тимура. Вот, пацаны, встретился с Тимуром. Так, куда мы сейчас? На вокзал центральный. И там отель. Ты помнишь, как это? Централ отель вот это был? А? Зачем? А там место сбора. Да? Да? Место сбора, как бы, все. Не про наркоманов, чтобы мне уехать в Амстердам. Ну, лучше чуваку, конечно, позвонить, узнать. На это можно проехаться? Во, кстати, а тут ведь билеты никакие не надо покупать или надо? Вообще. Надо, не надо? Вот, слышишь? Я хотел пару остановок. По-моему, одна остановка. Ну да, может, и одна. Я вот на следующий. Или на той. Я не помню. Я, короче, куда-то сел и уехал. И сразу оказался на этом. Вот, на вокзале. Да. А там вагон стал гудеть полностью. Я думаю, блядь, спалили что ли, что я не заплатил. А как там билеты покупать-то? Ну, вообще, на остановках как бы стоят автоматы, в которых можно покупать билеты. Но контролеры здесь очень редко. Не, у нас если появляется, то все безбилетники в конец, понял? Бегают, у вас тут такой херни нет? Как бы есть целое огромное оборудование туалеты, в которых часто шкерятся люди, если И закрывается там, да? Да, там огромная комната, все, конечно. Свой отель, короче, свой номер. Можно всю Германию скосить в туалете, если понятно. Не, ну надо бы чуваку как-то позвонить, я тебе номер скинул. Ну, как бы, я еще проверю, есть ли у него WhatsApp, потому что интернет у меня есть или нет, если у него есть WhatsApp. А WhatsApp по номеру телефона? Да. Понятно. Ну, отель называется, короче, Central Hotel, что-то там, блядь. Вот, такая хуйня. И там вы встречались. Там еще, кстати, то ли... полицейский участок, я посмотрел по Google картам, там машин 15, бля, полицейских стоит. Ну, как бы там вот на вокзале там есть полиция, другое дело, то, что они никакого не доебываются. Не, ну, бля, главное не дебоширить. Ну, вот вчера я по уличке красных фонарей прошел, увидел, как всегда, скорая, полиция, чуваку плохо, запушку держался там, не знаю, то ли ему голову проломили чем-то, то ли от чего-то другого, ну вообще пиздец. Вон главный вокзал, да, есть? Вон он там, пацаны. Он, кстати, не такой большой с виду. Вот я вот когда доходил до него пешком. Просто каркас этот из железок. Ну как бы сам вокзал, да, небольшой, но под ним еще огромная станция метро. Типа вокзал, она достаточно большая, оттуда все поезда уезжают. Понятно. Ясно. Бля, пиздато, доебывать их, вообще доебывать, в смысле, всякую хуйню пиздеть, они не понимают. Паскал, типа, please, ticket to Amsterdam. Так, пацаны, вот главный вокзал, вот он, вот так вот выглядит. Короче. Крыша. Ну, крыша, блядь, у нас круче, однако, вот... У нас вообще, в принципе-то, круче вокзал, на самом деле. У нас их там дохуя. Во-первых, это да. Дохуя. Вот, если по разным направлениям, ну, у вас тоже там тут дохуя направлений. Так вот, вот оно, меню, бля, ёпта. А вот здесь информация, и там, как, они бы меня поняли, куда мне надо? Да, если ты говоришь тики, то Амстердам. Нет, а там же время им надо еще объяснить, там, типа, мне надо тогда-то, тогда-то. Они тебе бы все охуенно распечатали, такие бумажки, там, все данные, как бы, тогда, чё. Понятно.
Вон там выход, кстати. Да. Вон выход. У нас не так много времени, правильно? Да, у нас не так много времени. Вот. Ну, в 12 они съебывают уже. У нас 30 минут. Но отель тут где-то. Этот, Central Hostel, блядь. Ты на мини-карту, кстати, сможешь зайти в отели? Планирую сейчас. Он, типа, популярный, короче. Я только вот не помню, ты точное название его не помнишь? Сейчас я посмотрю, может, он, короче, прямо тут. Или Синюю Кию с... Синюю Кию? Не-не, там номера нидерландские, да. У них желтые номера, да? Как мне объяснить? Насчет номеров цвета я не знаю, но там будет написано ND или NL вместо Германии. Вот, Hotel Centi, блядь. Континенталь, блядь. Нет, это не континенталь, бля, ёпта. Так. Затуманено, бля, все. Hotel. Так. Я тебе его нагуглю. А как мне глянуть-то название? А смысл, как глянуть название? Ну, у меня и нет-то нет. Ага. Бля, надо тебе было текст отправить. Надо, а ты было. Короткову можешь написать? Короткову? Ну, бля, написать, если у него личка открыта, я могу только ожидать ответа. А, ну он, да, блядь, хитрожопа, да жопа. В смысле, а он как? Я думал, он в Амстердам прилетит. Он прилетел. Да, он прилетит в Амстердам. А тогда нахуй мне. А я ему скинул эти самые данные, как, куда надо. Сейчас подожди, может, ты мне тоже кидал. Типа мне вот он написал мне, что он согласен. Да. И встречаемся там-то, там-то. Так, meeting вот place is Frankfurt Hauptbahnhof Station near Intercity Hotel. Вот, он? Ну да. Ага. Это, то есть, и про Киев он там написал. Ну, да-да-да. А North Bay, это, короче, северное это, блядь. Мы, то есть, не там, что ли? Не-не, мы там, мы там, мы там. Не парься, сейчас, короче, все найдем. Я думаю, будем общаться, я видеоблогер. The film is... Это... Хоум-видео. Окей. He's going to Amsterdam. Yeah, Amsterdam. Okay. Yeah. Летим в Амстердам. Okay. Амстердам. Е-е-е. Давайте загружайте. He's got one bag. Майзе. Да, давайте. What do you have? Money. No. Okay, later. Потом yeah, yeah. Money. In the car. Okay. In the car. Okay, go. He don't speak. He speaks a little bit English. Okay. А я русский. Okay, how to speak. Ой, hello.